Риска. Я хочу туда. Но мы ими не пользуемся. Хорошо, я согласна. Да. Ну, напой последнюю песню, вот, которая у тебя в плейлисте. Друзья, всем привет! С вами снова Лиза, и сегодня новая рубрика «Репортаж изнутри». Как видите, я практически в образе Лары Крофт, ведь сегодня я нахожусь на молодежном фестивале «Берег», который находится у подножия Мамаева кургана напротив стадиона «Волгоград-Арена». Сегодня я попробую окунуться в атмосферу праздника и позадавать людям разные интересные вопросики. Погнали со мной! Скажи, как тебя зовут? Юра. Как тебе нравится атмосфера? Атмосфера тут очень бодрящая и очень насыщенная. Когда я узнал, что здесь будет гречка, я просто сразу понял, что мне надо сюда. Люб, какая песня тебе больше всего нравится? Люби меня, люби. Хорошо, я согласна. Я подумаю. Господи, как тут красиво! Ой! Патриот Волгограда, да? Да. Тогда давайте поиграем в игру. Пару молодежных сленговых слов. Хайп. Чекиница, банда, чекиница, глад волока, ссссссс. Да вы не те каналы смотрите. Вы молодежи считаете, да, получается? Скажите пару сленговых слов. Блин. Чуется? Нет, не смей это говорить. Но мы ими не пользуемся. А такими типа. А типа вот... туса, зачекиниться. Может быть, писка. Писка. Часто писка. Нет. Просто слышали и просто иногда используем. Привет, меня зовут Настя. Что ты делаешь, Настя? Картину. Чего? Из ниток и гвоздей. Ой, девчонки, а можно вам помочь? Так, куда вбивать? Сейчас лишь бы по пальцам не попасть. Да, ура! Приятно, у меня получается. Вы, наверное, на какого-то исполнителя пришли? Да, на гречку. Почему не хлеб? А, да и на хлеб тоже, и на макароны. Ну, напой последнюю песню, вот, которая у тебя в плейлисте, ВКонтакте. В плейлисте ВКонтакте последняя. Да я не умею петь. А ты сможешь спеть? Нет, я стесняюсь. Скажите сленговое слово какое-нибудь молодежное. Флэшбэки. Хочу туда!